Hey, Dante! It might help. Great. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить брутальнейший и шикарнейший Devil May Cry. И на этот раз у нас новая миссия, 12-я, под названием «В осаде». Погнали! В последней миссии я напоминаю вам о том, что мы отбивались от демонов, но все же мы узнали о том, что Вергилий находится в ловушке, в Лимбо и не может выбраться, и теперь мы будем вытаскивать его оттуда. I think there's an old tunnel through here. Maybe we can get out that way. We need another charge! They're breaking in. I've got an idea. I'm stuck in limbo. I can't stop them from here. Yes, you can. I spray, you bring the roof down. Что? There. Now pull it. Ух ты. Класс. Do it again. Она связывает нас с Лимбо. Ха-ха. Че, уроды, хрен вы проберетесь сюда? Давай, Кэт, давай, рисуй, продолжай. Здесь есть секретики какие-нибудь? Вроде нету. Погнали, Кэт. Вперед, вперед, вперед. Рисуй скорей. Рисуй быстрей. Рисуй ярче. Прекрасно. Они, кстати, говорят, я знаю это место как оборотную сторону своей руки. А не как пять пальцев. У них такое выражение нет. Хотя, может, и есть, но Кэт сказала именно так. Где же Вергилий-то? В Лимбо где-то он застрял. Кто его там? Кто его там держит-то? Он же крутой. Он должен быть крутой, как мы. Hi, quick. Stay there. I don't think he saw you. Hey, wait. Уйди. I think I saw something. Уйди отсюда, урод. Shit. Cat, stay very still. Не дыши. Не дыши. We need to move. Фу. Let's go. Да, хреново ей, потому что ей помогает только мой okay, голос. Yeah, I'm okay. Да, классно, еще раньше такого не было. Совершенно новый экспириенс нам прибавляется. Что-то никаких, конечно, тут секретиков нету, потому что мы находимся хрен знает где. Ух ты, сканер сетчатки глаза. Неплохо они тут устроились. И тут никаких секретиков не поделать. Я даже атаковать не могу. Нет, прыгать могу. Атаковать не могу. Давай, Кэт, скорей. Heads on your head! Face down! Cat, get out of sight! He's running! Get... No! Quick! Get in that room and hide! I told you not to run! Вот уроды стреляют гражданских, охренели совсем. И чё сделать? Давай, 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 рисуй, 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 рисуй. Рисуй, скорей, ну. На тебе. Ха-ха, шикарно. А я думал, надо будет подождать немножечко, чтобы подловить его, но... В принципе, нет. Кружок зажегся только когда он подошел сам. Да, кстати, а где Вергилий-то? Лимбо он где-то застрял. Непонятно где. Ну давайте, побазарьте. Чё вы молчите-то? Я не знаю, о чем говорить. Чем заполнять эфир? Драки нет. Тишина, бежим куда-то. А, вот, кажется, мы и пришли. Нет? Большой трон? Большой трон должен что-то значить.
О, секретный проход за большим троном. Данте, Virgil's trapped in limbo. He's in trouble. Ну ладно, чё, он с мясника отбиться не может? Ну чё за лажа? Совет для продвинутых игроков. Мясник с лезвиями использует тщательно рассчитанные по времени удары. Лезвие мясника можно парировать, направив их обратно против самого мясника и сделав его уязвимым. Да, это был не тщательно рассчитанный удар. Давай. О! Давай, 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 давай. Опа, промазал. Ух ты, гад, попал. Надо опять промазал. Теперь надо лететь. Ух, успел. Фу, сколько за него дают. Thank you, Dante. Cat, you're still alive. Is there a way out of here? Yes, there's an emergency gate. I'll take you there. Let's go. No, not yet. What? There are terabytes of sensitive data here. We cannot let them get their hands on it. What does it matter? They'll know everything about our plans. If they get their hands on that data, everything that I've worked for will be for nothing. Cat, yes. Arm self-destruct. I can't do it from limbo. They're coming through. The demons are breaking in. We don't have time for this! Then make time, Dante! Shit, Virgil. Cat, do it now! This won't take long, Cat. I'll help you. Ох, ё-моё, мне надо отбиваться. How long do you guys need? Not long, a couple of minutes. Две минуты! Это до хрена. Так, нужно выучить чего-нибудь. А, смертельный виток, это что у нас такое? А, это с паузы? Ну и нафиг. Тоже с паузы, не люблю я. Так, здесь мы вроде все выучили. В способностях у нас есть... А, расплата, это все ерунда, спрыгивание. Ну, че-то ерунда какая-то. Так, посмотрим, что у нас есть с аквилой. Buy-in. А, это опять с паузой. Да что у вас все с паузой? Мне это не нравится вовсе. Вообще не нравится. Жонглируйте в воздухе группами врагов. Воздушный buy-in. Калибр. Q плюс F. Молниеносный рывок в направлении в выбранной воздушной цели. Ну, я даже не знаю. Фигня какая-то, по-моему. Хотя нет, может и нормально. Хрен знает. Но мне что-то не хочется это учить. Посмотрю, что здесь есть. Слэм, апперкот, вскрытие. Е в воздухе. Две единицы. Атака Эрикс, уровень 3. Да, вот это мы выучим по-любому. Для Азириса я, по-моему, пищу хотел выучить. Да, пищу выучим, конечно. Так, и удерживайте, затем отпустите Q. Ну, да, это я не буду делать. Нет. С Азирисом не хочется такие приемы проводить, какие-то неинтересные. Ибо не Найворин, да, надо было бы сделать. Но я практически не пользуюсь, честно, вообще пистолетами. Хотя, наверное, стоило бы. Так, крест здоровья, ну, у нас пока не хватает денег, поэтому погнали! Убить их всех! Ах ты сволочь! Ух, ё-моё! Давай, руби, 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 руби! Давай, 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 обрубай, обрубай всех! Так ты сволочь, да вот как они меня ловят? Просто меня это все время выбешивает. Давай, 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 разрубай всех нафиг. Вот это клево. А теперь немножко кулачков. Да. Ух, ё, мясник. Эх ты, задержал. С одной пилы, блин, на другую. Вот это, блин, жестко. Блин, опять эти пилы. Просто жесть какая-то. Да, нифига себе. Вот это. Эй,
сейчас меня прибьют. Надо бы... Я не могу купить. Золотая сфера? Да вы что, охренели что ли? Эх, как же не хочется-то. Пару минут, охренеть, вот это жесть. Так, посмотрим, что купить, да, у нас все уже есть. Ну что, погнали, убить их всех. Так, где моя Аквила, дорогая? Эх ты, елки-палки, не хочу я нарываться на пилу. Опять пила это. Опа! Да, опять чуть не попал. Надо бы их собрать всех вместе, а то жесть какая-то. Надо бы сменить оружие. Да, 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 обрубить, обрубить вас всех. Сэвэдж! Эх ты, ё-моё, чуть не прибил меня. А, нет! Эх, мои все комбо. Мои все комбо! О, вот это уже другое дело. Вот это уже я понимаю. Yes. Ух ты, блин, мясник. Под одного, под второго. Вот это жесть. Да ё-моё. Жестко, жестко, конечно. Ничего не скажу. Да, ох, ёлки. Куда это ты? Давай, обрубить мясника, обрубить его. Ох, ё. Не попал, что ли? Давай, 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 давай. Фух. Хоть одного. И этот тоже. Они когда зажигаются своей вот этой хренью. Ух, ё! Со своими пилами этими охреневшими вообще. Просто жесть какая-то. Блин, жестко. Вот хрен сейчас взорвется. Взорвался. Да. Ё-моё. Теперь еще мелочь это. Ничего себе, порождение гнева. Фу, как мне с ними-то разобраться? А вот так вот, все просто. Моя Аквила шикарная. Теперь сейчас мамочки же придут, а вот это будет уже намного жестче, конечно. Да. Не прикупить чего-нибудь, а? Ох, ё, что это? Ух ты, ёлки-палки! Фух, уклонился. Давай, еще одна, три. Уклонился. Hey, вау. Great. Дробовик. Разблокировано новое оружие, воскресший. Мощный дробовик, основное назначение которого уничтожение толп врагов и нанесение большого урона вблизи. Нажмите, чтобы воспользоваться воскресшим. Воу! Вот это просто шикарно! Опять две минуты? Да остановись ты уже! Просто жесть какая-то. Так, я должен купить себе предмет... Эх, как хочется звезду купить! Но мне придется, видимо, купить звезду. Блин, они дорожают с каждой секунды. Это какой-то кошмар. Или с каждой миссией. Я хрен знает, честно уже. Так, малую звезду купил. Ее, наверное, сейчас нужно бы заюзать. Ладно. Куплю еще одну большую. Ладно, попозже, наверное, заюзаю. В ловушке! Так. Предметы. Малую. Аквила! Да! Вот это самое лучшее оружие против этих маленьких. Я не знаю, кто это. Симба какая-то. Симба какой-то, вернее. О, еще лезут. Нифига себе. Да я вам даже подойти к себе не дам. Маленькие сволочи. Умри!
считаете? Ха-ха. Эх ты сволочь. Ну-ка, уроды. Ты сволочь. На, да, да, руби ее, руби. Отлично. Промазала. Да ё-моё. Это жесть какая-то. Надо бы аквилой зарубить их всех нафиг. Вон их сколько. Все здесь, все рядышком. Промазали. И ты опять промазала. Обрубить вас всех, как же вы меня достали. Просто мочи нету. Вот это клево. Рубить, 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 рубить. Я все ждал. Получится, не получится, получится, не получится. Давай, 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 давай. Ах ты сволочь, кто-то меня в спину отрубил. На тебе, мразь. Да зарубить вас всех, кошмар какой-то. Никак не успокойтесь. Да. Ху. Ну, ладно. Пока нечего покупать, хотя можно что-нибудь купить. А, у меня улучшение одно. Давайте посмотрим, что у нас можно с воскресшим сделать. Стрельба. Улучшили ее. Следующее потом сделаем. Фейерверк. Это что у нас такое? Space плюс. О, клево. Ладно, погнали дальше. Дай мне угадать, еще 2 минуты. This is important. Ну вот, кажется, они и прорвались. А, нет, теперь гнев. Да, это совсем не выглядит хорошо. Это прям вообще просто жесть какая-то. Давай, мочи эту тварь. Давай, руби, руби. Руби. Давай, 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 давай. Come on, Virgil! It's done. They're almost through. Let's go, Dante. Wait. What? What about Kat? There's no way out in the real world. No, we can't help her. Let's go. We can't just leave her. Think, Dante. We're in limbo. She's in the real world. This place is gonna blow any minute. He's right. There's nothing we can do. Let's go. Go ahead. I'll be right behind you. Dante! Give me a second! Okay, listen to me. We don't have much time. Get down on your knees. Put your hands up. Do not fight back. I'm scared. What will they do to me? All you need to do is hold on for as long as you can. I will come back for you. This isn't over yet.
Боже мой, какой ужасный конец миссии. Как жалко Кэт, но я надеюсь, что мы ее спасем. Очень сильно надеюсь, что мы ее спасем. Ну что же, время у нас SSS, очки стиля S, завершение SSS. Использованные предметы чуть-чуть и одна смерть, к сожалению. Финальный счет SS, да, еще бы вот чуть-чуть бы мне очки стиля SS сделать, и может быть финальный счет был бы 3S. Кто знает. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.